Сегодня в серии The Quarry интересная встреча на чердаке. Далее в серии мы узнаем, как Макс, очнувшись на острове, стал модником. В конце серии встреча с белым волком. Убивать или не убивать? Ответ очевиден. Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей, с вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, как всегда, кофейку, берите вкусняшки, печеночки, садитесь у своих экранов. Мы продолжаем играть в игру The Quarry. Quarry, да. Итак, на чем остановились в прошлой серии? В прошлой серии был жесткий замес у нас в доме Хакетов. В поместье, так сказать, было там вообще лютая дичь. Посмотри, не пожалеешь. Куча эмоций, куча трэша, куча всякого гауна. Дальше. И сейчас мы продолжаем играть Эбигейл, девушка Эбби. Которую одну спрятали в подвале, чтобы ей было безопаснее. Конечно же, блядь, где может быть еще безопаснее, чем, блядь, в подвале ебнутом. Я в ахере. Итак, ее точно грохнут. Я просто в этом уверен. У меня уже началась такая, знаешь, уже дичь, что там просто я уже одного, второго потерял, там сожрали, блядь. Я там трэш такой устроил, стрельбу, панику, убийство, все дела. И, короче, я уже не парюсь. Убьют, значит, убьют. Хрен с ним. Так, помним, что на этой лестнице расшатана одна ступенька. Надо быть осторожным. Я не знаю, это вообще что-то даст, не даст, но тем не менее, надо быть осторожным. Так. Не хватает пробок, да? Подожди. Так вот почему света нет. Да, брелон 30, брелон 15. О, даже так, да? Путь обновлен. А что там? Отсюда пришел охотник, который напал на нас наверху. А-а-а. И он стрелял, походу. Ну, такой себе говно. Помним, что у нас есть серебряный браслет, который, возможно, мы можем запихнуть кому-нибудь в какое-нибудь место, какому-нибудь оборотню. И тем самым, возможно, спасти себе жизнь. Так, тут делать мы ничего не можем. Ладушки, пошли, походим еще. Игра прикольная, игра мне нравится, но я так не люблю продолжать в нее играть, знаешь почему? Потому что всегда нужно выбирать какие-то действия, которые приведут, а может быть не приведут, к смертям. Это жутко бесит, этого не хочется делать, но проходить-то надо. Поэтому явно... Ёб твою душу мать, бабка сзади, смотри. А, это призрак какой-то. Эбби говорит. Да, такая себе ситуация. Нахера они ее в подвал спрятали, я вообще не понимаю. Этот спрятали в подвал те девчонка с парнем, которые пошли на свалку. В прошлой серии, посмотри, там тоже трэш был, угар вообще полный на этой свалке. Захрена они ее оставили, без оружия, без всего. Просто взяли и оставили в подвале. Сиди, говорят, в подвале, все будет нормально. Угу. Будет весело, говорили они. Так, ну ладушки, давайте походим. Пока ничего не подсвечивается, нам нужно найти, как я понимаю, пробку, чтобы включить свет. А где ее найти? А хер ее знает. Может быть, просто выйти отсюда? Опа! А, опа! Подожди. Если б я еще видел, что там? Вы прикалываетесь? Не, ну просто вот ради прикола, а что там? А вот, как бы, вот что хотите, то и делайте. Причем это не запись дерьмовая, это реально, я тоже нихера не вижу, понимаешь? Хотя свет у нас сделан почти что на 100%, то есть и так все засвечено к чертовой матери. Зашибись, ладно. Так, еще раз нажму, я попробую сейчас... А, нет, все, понятно, не туда нажал. Нажал наверх, так. Выдержала бы. А она что, типа закрыта или что? Понятно. Она не идет, кстати, туда. Окей, идти нам больше некуда, значит... А что делать-то? Остается только лестница? Наверху, так, где сломана ступенька? Так, что ли? А больше здесь реально будешь делать здесь нехер, смотри. Здесь вообще темнота, ничего не видно. Ладно, пошли наверх, что делать.
Ступенька, помню про ступеньку. Да. Помню про ступеньку аккуратно. Сейчас выскочит что-нибудь, смотри. Там люк. Люк ведет в комнату этого, мистера Ха. Опа. Так, аккуратно, аккуратно. Слушай, она нормально забралась. А, она сейчас будет спуск. Вот. Путь обновлен. Все нормально. Она не упала, ничего не произошло, но я не понимаю, зачем это все. Зачем они вообще ее оставляли в подвале, если она все равно выползла? Я понять вообще не могу. Логика тупая. Ее нету, блядь. Почему они сразу не могли ее в комнате вот этой оставить, закрыть и все? Кстати говоря, есть ключи. Могли бы просто оставить, закрыть ее в комнате. Дом семьи Хэкетов, блядь. Лора, ё-моё. Лоры мы укусили афропарня нашего, чтоб он не умер с ножом в боку. Теперь у нас два оборотня. Вот это красавец, вот этот красавец. Быстро не пролезут. Они оборотни, они укушены. Сколько здесь места? Да. Мне надо отдохнуть. Скоро станет лучше. Класс. Регенерируешь немножко, мне да. Мне прям офигенно. Что ты делаешь? Хватит. Ты чувствуешь? Нет. Ну понятно, у нее все, а у нее она превращается. Смотри на ее лицо. Неважно. Давай найдем, как спуститься и достать Криса. А может найдем выход? Достали погони и ножи. Ладно. И выход тоже. Окей. Да ладно! Блять, вот подождите. Одну секундочку. Вот они зашли, открыли дверь, закрыли ее, забаррикадировали, блять. И они не видят, что у столба стоит какая-то хуетория. Вот это. Они ее не видят, реально? Почему я ее вижу, они ее не видят? Объясни мне. А, знаешь, что все, что напоминает? Мне есть такой фильм, называется «Убойные каникулы». Это такая пародия на «Поворот не туда», знаешь, да, где приезжают эти студенты, школьники какие-то, в какой-то лес в избу, и просто думают, что за ними охотятся какие-то два маньяка, а это просто реально ребята, которые купили там дачу, ферму, и просто и ремонтируют ее. И эти студенты там бегают сумасшедшие по лесу и сами себя убивают, короче. Вот есть такая комедия, посмотри, старая прикольная комедия. Вот мне эта вот игра напоминает вот это дерьмо. Они себе сами строят такие всякие способы умереть, так скажем. Вот они пришли, закрылись, задвинули дверь, а там сидит какая-то хуебора, понимаешь? Зачем, блядь? О! Что там? Мы на верном пути. Не отходи далеко. Это эти шприцы, которым они накачивают чтобы этот коп, накачивают. Видеть, внученька. Да. Смешно, да. А давай еще раз, подожди. А, все понятно, ничего нам это не даст. Так. Я прям не хочу туда идти. Я просто не хочу туда идти. Понимаешь, я не хочу туда идти. Смотри. Ну вон же херобор. Она, конечно, по-моему, привязана за лапы, что ли. Или она просто так сидит, я не знаю. Ой, бля. Но она нас, по идее, не должна тронуть. Мы же тоже оборотни все дела. Будем идти вот так вот. Не прямо на нее, а вот так вот. И, блядь. А хуй тут больше никак. Ладно, хер с ним. Она не привязана. Что это? Она тупо не привязана. А, нет, привязана. В наручниках, ага. Жесть. Это Крис Хакет. Ага, это мистер Ха. Да ну нахер. А у нас ни стволов, ни черта нету. Оу! Я же говорил, ты есть этот фильм, блядь. Убойные каникулы, блядь. Честно.
Ебать! Этого жрут! Здоровяка этого жрут! Сука, пожалуйста, не сейчас! Черт! Охереть! Тихо! Тихо! Охуенчик! Охуенчик! Бля, я не хочу, чтобы этого копа убили. Серебро. А, зеркало, серебро, обработка обратной стороны серебряная. Пушка! Все, это мухана. Это мухана. Бля, пиздец какой творится. Пиздец замес. Пофигу, я не знаю, что будет. Мне насрать, все. Все. Она стала нормальной. Значит, мы убили мистера Ха? Мы убили мистера Ха. Превратилось это. Значит, должен превратиться Макс. Макс должен тоже обратно превратиться. Он сам убил мистера Ха. Мы убили мистера Ха. Так, спасибо. Дом семьи Хэкетов. Что? Не убили, да? Не убил меня. Да. Мужик, вот, пожалуйста, извини. Все, ну так да. Получилось. Ну все, хватит. Что теперь, все здоровы? Что? О. Думаешь, это конец? Такой чего? Как бы не так. А что как бы не так? Не понимаю, Крис же мертв. Это был не Крис. Крис не был первым. А-а-а! Это невозможно. Кто был первым? А кто был первым? Калиб. Кто такой Калиб, блядь? Кейли. Ты ее убила. Так. Ее брат. Ее брат был первым. Охереть. Охереть. Он укусил Криса и Кейли. А, понятно. Крис хотел защитить их. Так, давайте Хорошим человеком. Давайте притормозим, пожалуйста. Но, а кто укусил Калиба? Сайлос. Кто такой Сайлос? Столько лет его ищем. Он цыган, кочевник. Он удрал, но мы надеялись, что он вернется, и мы его прибьем. Но он возвращается, это уже все, извините, нам не исправить, до свидания. С побережья доходят новости. Дикий мальчик, альбинос, большой белый волк. Это он, да? Белый волк. Что? Что-что? Где? Где ты его видел? Эй, пусти! Возле домов сегодня! Где мы видели белого волка возле домов так. Сегодня? Так. Все сходится. Мы видели белого волка? Серьезно? Он вернулся уже давно, и из-за него вы съехали с дороги. Помогите. Прошу. Мы спасем Калиба. Спасем остатки моей семьи. Я не против. Мы поможем тем, кто еще жив. Я не против. Мужик, я серьезно. А, с чего мне тебе помогать? Я тебе не доверяю. А, злоба нет, хотя бы давайте на подозрение съедем. Смотри, что-то я хотел сказать, я уже все забыл, короче говоря. Что-то я хотел сказать, дайте мне минутку времени, и у меня уже это все. Ладно, короче, получается, Макса выздоровел. Он находится на острове, Макс, он выздоровел. Далее, у нас выздоровел, получается, кто? Ник. Ник, блин, напомните, кто кого этот? Кто укусил Ника-то? Ник-то кто укусил? Ника царапнули в лесу. А, Ника не факт, что выздоровел, потому что Ника, может, укусил самый первый, вот этот белый волк какой-то. Так, подозрение, я тебе не доверяю, сейчас будем разбираться. Я тебе не доверяю. Я тебя и не прошу. Но мы можем с этим покончить.
Убьем Сайлоса. Всем станет лучше. Это более лайтовый вариант я выбрал. Всем... Злоба еще хуже, мне кажется. Кто еще жив? А жив кто из своей семьи остался? Ладно, ты один? Ладно, ты один? Тихо. Хотя бы что, где его искать? Над законом. Я знаю, где его найти. Трэвис и Лора согласились сотрудничать. Хорошо. Отлично. Идем. Идем. У Лоры такой себе видок, я тебе скажу. Это не значит, что я тебя прощаю за то, что ты сделал. Понимаю. Стоит она тут, разделась, блин. Щеголяет, блин. Может, кто-то уже даст мне какую-то, блядь, одежду, блядь, да. Это угар. Возьми у этого Афро, у него две, у него там футболка и моя, это, и кофта, видно же, блядь. А этот, блядь, этот специально не дает. Так. Была возможность. Какая? Была возможность уничтожить эту чертову семью, но они живы. А кто жив-то остался? Ты чё? Вот коп остался и все. Важно. И этот парень, сын, есть. Мистера Ха. Еще можно победить. Да мы и так побеждаем нормально. То прошло. Давай смотреть в будущее. Давай посмотрим, что у нас там есть. Смерть. Смерть. У смерти много лиц. Она может значить перемены, переход, трансформацию. Ее часто трактуют как маяк надежды. Ага. Но в твоем случае... Это просто смерть. О, я угадал! Я реально угадал. Круто, круто, так, хорошо. О, как смешно. Какая ты смешная, блядь, охуеть просто. Юморишь, блядь, целый день. Справедливость? Judgment. Страшный суд. Страшный, да? Колокола звонят, зовут на казнь. Да, страшный суд? Judgment? Или нет? Ну ладно. Буйство накопленной ненависти. Рок, что заслужен? Возможно. Да, он еще может сыграть роль, но он не забудет, не простит. Он не забудет, не простит. Что это бы значило? Иерофант. Откуда он здесь? Белый волк. Откуда он здесь? Ему тут не место. Белый волк. Он столько страдал. Нет, нет, нет. Что это за шляпа вообще? Мой мальчик. Это видишь, твой... что они сделали? Что это? Она... 6 лет назад. Элиса. Нет. Это она, смотри. А, это цирк ее. Мальчик-волк. Что они сделали? Ё-моё! Мальчик-волк из клетки! Что они сделали? Охренеть! Вот это да! Ага. Карум с Карум, я все понял, да. Дог-бой, вот он. Боже, нет. Сайлос, родной. Нет. Подожди, так он что, сгорел или что, я не понимаю? Так, сейчас разберемся, подожди. Так. Ё-моё. Сейчас же как пизданет это все. Ой, сейчас как ты все пизданет. Ой, ой, мать. Охереть. Так. Интересно, если бы я не отошел, ее убила бы, типа, что ли? Или ранила, наверное? Так, и что в итоге-то, я понять не могу. Звезда шерифа лежит. Короче, это все подожгли, вот подожгла вот эта семья. Семья шерифа вот этого. Что это?
Звездочка, что ли, нет? А, нет, это коровка, коровка. Это шериф, значит, просто, погоди. Это не он, это шериф, это не мальчик, собака. Мама идет, Сайлас. Ага, все ясно. Мама идет, Сайлас! 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 Охренеть, я понял. Хорошо. Немножко понятно, да, немножко. И вот ее карты, да, разлетелись, ага. Что бы это значило? Какая-то башня с молнией ударившей в нее, так. Нет, нет, нет. Так, идею понял, хорошо. Мой мальчик. Понятно, да. Видишь, что они сделали? Да, я понял. Как нам плохо. Он еще там. Он один. Каждое полнолуние эти негодяи охотятся на него с серебром. Я понял. Хотят снять проклятие, которое сами на себя навлекли. Я понял. Когда подожгли мой цирк 6 лет назад. Глупые дети. Я понял, хорошо. Бедный Сайлас. Мой белый волчонок. Его надо защитить. Охренеть. Не следуй этому пути. Тебе ясно? Вспомни, как я помогала тебе. Чем? Чем? Вспомни, сколько я сделала для тебя. Для кого? Для меня? Я вообще не понимаю, кто я-то? Кто там сидит, интересно? Как, что она мне помогала? Вот эти вот подсказки показывала, блин? Ты что, прикалываешься, что ли? Помогала она мне. Ох, остров Хазисквори. Так, тут Макс у нас. Волк и поросята. Во, да, Макс очнулся, да. Тихо, что? Тихо. Чего, блядь? Чего, блядь? А он на дереве? Какого хрена я на дереве? Лора! Сейчас пизданется, смотри. Сейчас за Макса будем играть, что ли? Кровь. Ну и как теперь слезть? Ой-ой-ой, головой. Тоже вариант. Примерно вот так вот, да, дружище. А ты ожидал чего? Ну и где я? На острове. Ах, да. Так, понятно. Значит, Макс убил, получается, эту нашу первую девчонку. Ник там убил у нас... Где мои шмотки? Парня нашего этого, в кепке, бейсболиста, блин. Так, ладненько, хорошо. Чё там, чё там? Да что за фигня? Женские шмотки, да, наверное? Серьезно? Ну-ка, и во что он там оденется? Поищу Лору. А, я не... Все, дальше можно не играть, это пиздец. Ай, бля, я не могу, друзья. Ладно, если смотреть вот так вот сзади, такое ощущение, что это не мужик, ладно. Ай, блин, я не могу, это жесть. Так, спички валялись, да. А, кстати, еще один вопрос у меня. А, вот эти спички, мы прочитали, это спички из мотеля, в который говорил ехать нам коп в самом начале. Откуда, во-первых, они у Лоры взялись, потому что там было написано, что спичками она разжигала костер Лора. Получается, они съездили в мотель как-то, но это откуда у нее эти спички именно с этого мотеля? Это непонятно. Точно, надо было ехать в этот Харбинджер. Вот, ну вы же не поехали, а спички откуда, объясни мне. Ой, жесть, тебя прикид, конечно. Так, может их можно забрать, нельзя? Показать текст. Мотель Харбинджер, Норт Килл, штат Нью-Йорк, заезжайте к нам на огонек.
Понятно. Ну, за свой огонек, приезжайте лучше к нам. У нас достаточно весело. Я думаю, даже веселее, чем у вас. Ладно, пошли. А, это вот девчонка вот эта вот, да? Которая упала. Вот, блядь! Да, да, это она лежит. О, нет. Да, к сожалению, ты его убил. Да, такая спина видна, по-моему, да, такая вся кривая, переломанная, типа. А как ты его разблокировал, дружище? Ну да ладно. Да, к сожалению, мы, да, и вот по моей глупости мы немножко вот соблажались вот с этой девочкой. Могли бы ее спасти, наверное, да. Она, видишь, у нее вся спина вам перехерачена. Блин, да, по глупости жалко, мне так обидно было вообще. Я отложил джойстик, я уже, наверное, говорил, я уже не помню. Я отложил джойстик, когда это все, ну, пока там вот это происходило, все действие. Потом я его, пока там мне дали выбор, я его схватил, начал суетиться и нифига не успел. Хотел выбрать одно, потом другое, в итоге я ни хера не выбрал, и она тупо упала вниз. Так, на острове, по идее, здесь никого не должно быть, насколько я знаю. Он окружен водой, оборотни боятся воды. Единственный оборотень здесь был именно Макс, вот этот, за которого мы сейчас играем. Поэтому здесь, по идее, бояться, ну, нечего. Не должно быть здесь ничего. Если сейчас появится оборотень, я тогда буду очень сильно возмущаться, откуда он здесь взялся, тупо. Так, что это? Кепка. А, кепка. Да, это девушки его, это Лоры. Ну, у тебя теперь полный прикид, смотри. Я не могу, друзья, это что-то с чем-то. Это кепка с такой дыркой специально. А я не могу, кепка с дыркой, блядь, ёбаный ты света. Не, на самом деле прикольно, я вот, честно говоря, таких женских кепок никогда не видел, чтобы туда можно было еще хвост так выпихивать. А вот здесь прям видел специально для этой, для хвоста, для такого, короче, дырка. Пиздец, смотри, красавчик, блядь. Фэшн-мен, блядь. Fashion is my profession, блядь. Ой, блядь. Да, вот, он вода, но он воды не боится теперь. Остаться, плыть к берегу. Хороший вопрос. Слушай, ну по логике вещей, конечно же, остаться. Нам здесь ничего не угрожает, во-первых. Остаться по-любому, смотри, как я рассуждаю. Нам здесь ничего не угрожает, вокруг вода. Мы здесь были единственными оборотнями. То есть Макс был один единственный оборотень. Далее, смотри. Лора знает, что он на острове, приедет, его нету, будет искать. Ну и в-третьих, блядь, мы сейчас просто вляпаемся опять в какие-нибудь неприятности. С другой стороны, конечно же, он может нам помочь. Но у берега внизу еще колючка, не забывай об этом. Остаться, плыть к берегу. Ох, блин, остаться или плыть к берегу. Я просто думаю, что не поплыв к берегу, как бы будет ситуация, что мы не сможем помочь вот Лоре и всем остальным. Поэтому, как бы, хрен его знает на самом деле. Так, друзья, я, короче, решил, к черту все, там очень много вариантов, где мы можем помереть, нафиг. Мы тупо остаемся, мы знает наша девчонка, где мы тут в безопасности, на острове никого нет, все, в жопу. Там мы сейчас поплывем, зацепимся ногами за колючку, будем опять бегать, вот это все, я не хочу, все, остается. Может, одного хоть спасем на этом острове, насрать, да. Да, вот хочу прям так, все, отлично. Пускай он там сидит этот, как Робинзон на острове, и кукует, все. Там пятницу найдет себе какую-нибудь. А, Кейтлин, Катыр Шахицкори. Так, а, это ребятки у нас вернулись обратно с этой, блин, со свалки. Стол, помоги. Так, у нас, получается, остался сын мистера Ха. Мистера Ха, все. Окей. Что ж, хуже уже не будет, да? Да хер его знает, блин. Класс.
Еще где-то бегает один оборотень и главный оборотень. Он всю ночь идет. Нам это на руку. Почему? Кстати, да, вода, они потому что вода. Вода, ну да, да. О, нам бы всю ночь в озере просидеть. А почему на самом деле... Не... И сдохнуть от холода? Не, а почему на самом деле просто не пойти и под дождь? Уже серьезно. Еще не утро. Они знают, что мы здесь. Ты максимум там, ну простынешь ты под дождем, да? Но зато эта тварь не будет гоняться за тобой. По сути-то, правильно? Обзор. Правильно. Идем. Так, что мы имеем? Это что такое? Кухня, туда не хочу идти. Хер с ним. Что там на кухне-то делать нам? А вот это что за комната, я не помню. Воу-воу-воу-воу, поехал. А, все, это где-то, кстати говоря, залезал в окно. Этот, бейсболист наш. Опа! Дождь идет хорошо. Закрывай, чтобы... Да, чтобы никто нахер не залез сюда, в жопу. Отлично. Даже если полезет, он разобьет окно, мы это услышим. Так, здесь больше ничего нету. А тут что у нас? Тут вроде тоже больше ничего нету. Так. Ну все, да. Так, выходи, все, нет. Да. А, вот. Бля, как неудобно камера-то. Так, пошли дальше, дружочек. Эти двери, окна закрывать. Так. Здесь ничего не горит, здесь ничего не горит, здесь ничего не бомбит. Так, здесь все хорошо, дверь не светится. Так, это, по-моему, главная дверь, парадная, скажем так. Ее можно закрыть, там у щеколды, или она уже закрыта. Так, ничего нельзя с ней сделать. Хорошо, допустим, она закрыта, окей. Допустим, она закрыта. Здесь что у нас? Ничего. Вроде ничего. Там что-то светится, правда, по двери, но вроде нормально. Бля, ты меня пугаешь. Так, отлично, идем дальше. А, тут у нас завал, кстати. Как, так, камин, пошли, камин посмотрим, камин. Камин, кстати, я бы разжег на всякий случай, потому что он может через камин пробраться. Дождь идет, он через крышу может в камин пробраться. Но ничего, что-то разжечь нам нельзя почему-то. Так, хорошо, так. А, откуда мы пришли? А, ну пришли мы как раз-таки вот там стол где завален. Окей, здесь, ну, может карта еще какая-нибудь, сейчас посмотрим, что-нибудь может будет. Ни хрена здесь больше не будет, здесь комната закрыта. Слушай, а где наша эта, которая из подвала-то вылезла? Кстати, она же, по идее, это же где-то здесь, да? Или нет? По-моему, же это здесь, кабинет этого мистера Ха, или как его там. Он, по идее, здесь, и она, наверное, сидит здесь же. Так, это что, погоди? Что это такое? Теперь мы знаем, кто этот козел. Ну-ка. Это брат мистера Хэ, так? Какой козел? Кто? Ну, тот здоровяк. Вы тогда были в радиорубке. А, все. Он брат мистера Хэ, походу? Да. Ну да, здоровый, который туповатый, да. Так, окей, брат мистера Хэ. Ну это и так уже мы узнали все. Это и так понятно. Там семья у них это. Вот три брата, бабка и дед, короче. Так, это что? Бумага, клочок бумаги. Ну-ка. Ой, аж горло запершило, блядь. Помираю. Блин, дела в лагере хреново, раз они такое пишут. Так, погоди, что пишут? А что у нас тут все? Восклицательных знаков опять столько, подожди. Ой, погоди, нет. Улики. Нам нужно найти семейные фотографии. А почему это все опять... А, подожди, во, погоди, а что-то открылось? Нет, подожди.
Нет, так а мы-то уже все это вроде как читали, нет? Не читали ни хера или читали? Я же вроде читал это все только недавно. Так, стена охотничьих трофеев закрыта, почему? Подожди, стой, блядь! Да стой! А как здесь делать? Вот. Как любили этих животных с помощью серебра, неизвестно так. Зараженный укусом убрана, неизвестно, что эта инфекция может делать с животными. Так, ой, да блядь. Я всю эту буковку Б нажимаю. Так, а чё, почему у нас это все так отмечено? Я же это все вроде читал. Ящик лесника, смотри. Хакеры оставляют припасы на то время, когда зараженные члены семьи превращают в людей на рассвете после... А, ну понятно, они оставляют вещи, чтобы те могли это найти вещи и одеться, понятно. Так, ладушки, подожди. Окровавленный ошейник. Мы что-то еще не нашли, кстати, окровавленный ошейник. У нас, видишь, один знак вопроса почему-то. Так, ладно. Это мы вообще что-то не нашли. Фотографии, письмо из лагеря. А, во. Крис Хакет просит родителей отдыхающих пожертвовать денег на оплату ремонта коттеджа. Почему дохода от путевок на это не хватает? Куда еще идут деньги? На охоту куда еще идут деньги? Так, все, ладно, хрен с ним. Понятно. Они тратили, наверное, серебряные пули, вот на это все, короче говоря. Хотя, блин, неужели так дорого стоит, если честно, вот? Серебро вроде не особо-то дорогое, на самом деле. А золото я еще понимаю, серебро-то что? Так, ладно, здесь тупик, там тупик, тут тупик. Так, это что? А, ну это фотка, ясно. А это что? О, найдена улика. Корешок билета Харумскарум, понятно. Так, подожди. Корешок билета. Этот корешок билета спрятан из-за фотографии. Свидетельство о том, что 6 лет назад Крис Хэкет и двое его детей посетили бродячий цирк Харумскарум. Подожди, а там еще что-то было. Подожди секундочку. Во, испорченная атрибутика. Ну-ка. Крис Хэкет был здесь. Он оказался тут с двумя своими детьми в ночь пожара. Я понял, хорошо. Нет, только не это. Тебе мало того, что мы знаем, хватит тут копаться. Такой забавный чувачок. Так, окей. Че, в этой комнате? Там, кстати, что-то прошли, по-моему, там какой-то этот был. Портрет, что можно было на портрет посмотреть, что-то, а я что-то как-то мимо двинул. Сейчас мы вернемся к нему. Что-то его не заюзал. Так, тут еще можно наверх сходить. Тут что у нас? Эх, Ян, талисман, который не дожил до начала смены. Ян! Ну, вообще, не так и... Ян, это же тот ошейник! Дань памяти погибшему талисману лагеря Яну. И судя по рисунку, Ян был барашком. Но чего? Барашком, да. Но в этом году никому не довелось с ним познакомиться. Ну Ян это тот ошейник, который в подвале. У нас есть талисман? Нет, был. Ты не в курсе? О чем? Он умер до нашего приезда. Но он в подвале ошейнику. Жалко. Так, окей, понятно. То есть, получается, в подвале был ошейник Яна, и там же, наверное, его труп обглоданный, что ли, получается. Оборотень-то жрал его какой-то. Один из. Так, окей, наверху еще, подожди. Ебать, тут такие площади огромные, блин, заебешься ходить. Так, какой-то сундук, а это что так, сундук, а это что, коробка, так, что в коробке? Что это? Не знаю, ты нам скажи. Это с фотоловушки. Что же они искали? С фотоловушки? Да, у Криса в тайной комнате. А, ну так... Были все записи. Тогда это они оборотней ловили, наверное, фотоловушкой.
А, доказательства, подожди. Архивная запись 6-летней давности с фотоловушками в лесу Хакетов. А нахера ее фотографировать-то? И что тебе это даст? Ты сфоткала кассету и что? Бред какой-то. Так, ладно. Это что? Блядь, здесь столько говна накидано. Мистер Хэ и его дурацкие объявления. Нет! Ты дура? Ты в самом деле, ты... Эй, осторожно. Это реликвия. Это шумно. Да, ладно, он не работает. А, успокойся с миром. Блядь, я аж это, напрягся, когда она запищала. Я думал, сейчас этот уже все там прискочит к нам. Перстень. Где я видела эту эмблему? А там не видно нихуя, что ты нам показала, понимаешь? Мы не видели какую там эмблему. Украшение, потерянное в ходе потасовки. Надпись говорит о том, что оно принадлежит Бобби Хакету. Это здоровый тогда, да, по-моему, рисунок на доске. О, кстати, здесь еще что-то есть. Дети так и узнали, что Крис убил и съел. Дети так и не узнали, что Крис... Убил и съел талисманы лагеря. Так он вообще очень много не знали о начальнике лагеря Крисе Хакете. А! Получается, Крис Хакет его сожрал, что ли? Что это? Мистер Ха убил талисман? С эмблемой. А, очень стильно. Ну, заберу-ка его себе. А тебе? Сорян. А тебе? Так, ладно, понятно, да, не надо нам это барахло все. Так. Чужое барахло нам не надо. Все, идем вниз, здесь походу все, да? Так, что у нас остается? У нас остается там то, что я пропустил на переходике. Сейчас еще раз вот здесь, погоди. Вот хочу там по полкам пошарить. Ну, здесь ничего. А вот здесь вот по полкам, подожди. Тоже не... Да что такое? Что так дергает-то игру эту? Так, это мы уже смотрели, это спуск вниз, он забаррикадирован. Ну-ка попробуем, подожди. Может, там тоже что-то валяется? Не, нихера. Ничего не загорелось. Так, вот здесь что-то загорался, а это что-то мимо проскочил, погоди. Так, вот что-то здесь горит сейчас. Мне этот портрет не нравится, он такой стрёмный, блядь. Так, юзаем эту херобору. Сколько они тут живут? Так, найдена улика, давай посмотрим. А, большое и величественное полотно, написанное маслом, изображает Септима Хакета и занимает почетное место над камином. Подожди, обед шахтера, что-то тут еще, подожди. Септим Хакет стоял у руля, но удача отвернулась от Хакетов. Наступили тяжелые времена, и Септим принял решение закрыть карьер. Понятно. Так. Что-то еще, по-моему, было, нет? О, подожди, корешок билета, еще что-то есть. Если бы Крис не решил сходить в Харум с Карум, искали бы Микеле, всего этого не случилось бы. Возможно, он оставил этот корешок как напоминание о том, что все могло быть иначе. Прикольно. Так, смотрим, да. Очень долго. Еще с тех пор, когда модно было заказывать свои портреты. Да, ну почему? Это возможно, сейчас-то модно. Мы же не знаем. А, так, продолжить поиски, подготовиться к нападению. Так, поиски мы уже что-то обходили весь дом. Давайте все, подготавливаемся к нападению. Чем раньше, тем лучше, по-моему. Блядь, я что, не... Подготовка к нападению, это стоять и ждать, что ли? Что за бред, блядь? Что они делают? Скажите мне, что они делают? От заката до рассвета. Что нас не убивает, делает сильнее. Мы вместе, мы дружны. Мы нам не страшнее. Мы вместе нам не страшнее. Крикнем громко, крикнем хором. Мы хакетеры. Хакетеры! Я с ними спел. За два месяца ее не выучил. Он не выучил. Я и то выучил, ты не выучил. Опа! Урчит. Под дождем ему явно не нравится. Да ладно, я же говорил, огонь разведи твою мать. Ты меня не послушала, блядь. Он лезет, Санта в трубе, повторяю. Санта в трубе.
Начнем, уёбки. Уёбки, мать вашу. Да это Санта лезет, успокойся, он добрый мужик. Он подарки носит детям, чё ты. Так, а чё, и всё, что ли, конец? Начнем, говорит, уёбки. Да, и... Держи, скоро утро. А ты какими судьбами тут? А, ну да, она же выползла, там же комната секретная, да-да-да. Тихо. Что за... Да он через трубу ли... О, блядь, красавчик. Тихо. Сейчас прыгни. Ёб твою мать. Не прыгни. Так, спокойствие, только спокойствие. Тихо, что делать, что делать? Тихо, тихо, тихо. Я буду стрелять в ногу. Я буду стрелять в ногу. Ждать, бежать. Ждать. Я не знаю, почему ждать. Спокойно. Тихо. Я не знаю, почему ждать. Я не знаю. Так, это что я стреляю в ногу? Да в ногу! Да ему вообще до пизды это все. В ногу, пожалуйста, дай в ногу стрельну. Бежим, бежим. Ну жопа, блядь. Уходите, ну я вас прошу, уходите нахер, а, оттуда. Хватит уже помирать. Они разделятся, что ли, сейчас? Кэтлин. Ага. О, боже. Ага. Как ей помочь? Никак, сиди, сиди на жопе ровно. Они разделились. Прятаться, прятаться, если есть, прятаться надо куда-то. В окно и на улицу. Серебро. Не-не, мы не будем его убивать. Если выбрать момент. Окно, балка. Друзья, окно или балка? Окно. Если там дождь, то нам это на пользу. А там дождя нету, да? Заебись. Нет. Надо было на балку, наверное. Дождя нету, мать етить, блядь, какого хера? Я ж только из-за дождя в окно полез. Да ёб вашу ж мать. На балке можно было бы затаиться. Ну все, жопа, 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 жопа. Почему нет дождя, блядь? Бежать, спрятаться. Прячемся, друзья, я буду прятаться. О! Прячемся, прячемся. Блядь, ему места нету. Задержим дыхание сейчас. Держим. Идет, смотри, ебало такая. Бля, ну они реально стрёмные. Они реально... Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Иди отсюда. Ушел. Супер. Отпускаем сейчас. Подожди, пока... Отпустили! Убежали. Убежали. А у нас пули нету больше, да? Она этого парня бросила там, вообще нормально убежала. Еще один. Он убежал так. Еще один, смотри. Нет, нет, а что она так смотрела, стояла долго? Кэтлин! Сюда! Кэтлин! Ага, ага. Кэтлин, не тормози, идем. Не-не-не-не-не-не-не. Куда идти-то? Я не знаю. Проверить или бежать? Я пройду проверю. Я не знаю почему. Серебро! А, ну, ну или так, да. Ну да, патроны надо давать. Я здесь.
Сейчас мы должны это самое... Патрон, патрон в патронник и бахаем, давай. Где он? В камин прячется, лезь в камин. Опа, опа, па, 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 па. Привет, привет, дружочек. Тихо. Есть, бля. Ух, я думал промахнусь. Все? Готов? Готов, все нормально, готов. Походу, да. Походу, все. Походу, все. Вот так. Получи, ублюдок. Получи, ублюдок, тварь. Гад. Тьфу на тебя, гадина. Это со сковородой. Молодец, молодец, блядь. Молодец. Ну, ёбни ему, чё ты? Он даже вообще на него не смотрит, блядь. Я бы охуевал бы вот так вот, наверное. Ёб твою мать, шевелится. Ёбни сковородой ему, говорит. Попала? Надеюсь, да. Она чугунная? Попала. Попала, говорит, блядь. Пиздец, попала, что убила аж. Кого мы убили? Как вы думаете? В комментариях пишите, кого мы убили. Только без спойлеров. Кто знает, не пишите. Кто не знает, пишите. Трасса 911, Августа Лора, понятно. 23 августа Лора. Ой, бля, это пиздец. Любопытство, как ты мог, обвинение? Что произошло 6 лет назад? Так что случилось 6 лет назад? Тут был пожар, в нем погибли десятки людей, и теперь... Здесь бродят оборотни и призрак в лесу, который ищет пропавшего мальчика. И этот мальчик Сайлос, пиздец! Долго рассказывать. А вот и нет. Был пожар, Сайлос, мальчик-волк, сбежал. Да. Кусал твою семью, и вы его упустили. Да, вот и все. Все, в принципе, коротко и понятно, да. Уже не важно, что было в прошлом. Ну, вообще-то важно. Нам хотя бы понять, кто наш враг. Наш враг – дикий мальчик-оборотень, который последние 6 лет от нас скрывался. Очень успешно. Мы каждое полнолуние искали его. Везде. Охренеть. А теперь этот сукин сын наконец здесь. Так что это мой единственный шанс с ним покончить. И как мы узнаем, где он? Вряд ли мы его найдем, просто... Смотри, сзади! На машине. Это он? Или это Макс опять? А чё он глаза закрыл? Схватиться за руль, схватить оружие. Я не знаю, блин. А мы так долго будем ехать? Интересно, подожди. Давай подумай, смотри, схватиться за руль, мы разобьемся просто сейчас и все. Схватите оружие, схватиться за руль, я буду хватать руль. Я не знаю почему. Трэвис! Трэвис, соберись, ну уже! И все отключились, главное, схерали. Тихо, спокойствие. Что? Держу, держу! Отлично. Держу, пригнись! Ствол бери, вот теперь можно взять ствол, мы все правильно сделали. Том, покажите его! Белый! Гони! Просто гони! Раздави этого урода! Но! Куда он делся? Не мог же просто исчезнуть! Он должен быть рядом. Вот это замутка! Вот это замутка! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, что сейчас будет? А он не белый сейчас, смотри. Он не белый. А, его там нету вообще, смотри, его там нету. Неужели копы сожрут тоже? Приехали. Приехали. С натяжкой, но да. Нету. Сюда! Здесь кровь. А, не выискать пойдут, я понял.
Платит у тебя что надо. Ведет туда. Походу с бабушки сняла, да? Да что там произошло? Живой. О. Отличная заставочка. Здесь мы съехали с дороги в начале лета. Значит, это он. Ты думаешь, не прострелить ли мне башку? Окей. Давай. Я не против. Ну что? Да. Ему это нахер же все заебало, походу. Ну а смысл какой? Зачем его убивать просто так? У меня не осталось волчьей крови для маскировки, так что засада. Волчья кровь для маскировки. Вот, ага. Вы готовы? Да, капитан. Так, решим, сделаем это. Горечь, это не конец. Сделаем это. Ну а что, сделаем это? Давайте сделаем это. Вперед. Только у нас одна пуха на троих, вот что херово. Бля, кого же мы застрелили, мне все-таки интересно, а? Кого же мы все-таки застрелили? Все, что ли? Конец? Что, бля, что все? Опа, пошло дальше. Лора, лес Хейкетов, хорошо. Пиздец, да чего же стрёмное это место. Подкаст всего не передал. Если бы знали. Она была здесь. Она? Я думала, Макс сбил ее, но она была здесь, и с ней было что-то не так. С кем с ней? Женщина, старуха, она все повторяла какое-то слово. Блять, она говорила Сайлос. Этого никак не может быть. Я она мертва, да? В туннелях. Элиса Ворос. Мать Сайлоса. Ну, вроде. А, думаешь, кто она? Уточнение, кто она? Кто она? Кто она? Кто она? Явилась 6 лет назад с бродячим цирком. Да, я уже понял. Дальше. Харум Скарум. Да. Держала сына в клетке. Звала его Сайлос, мальчик-волк. Понятно, эту клетку мы видели. Сгорела. Но осталась здесь. Каргаха Кицкуори. С тех пор мы ищем Сайлоса. Либо не сгорела, либо ее тоже укусили, она тоже оборотень. Как начался пожар? Хотя, может, и нет. Получается, мы же с ней разговариваем, вот карты ей носим. Получается. Ты все еще пытаешься что-то скрыть? Мы ее сожгли. Ты убила мою племянницу Кейли Хэкет. Она была одной из самых добрых девочек на свете. Ну а что она делать? Она хотела помочь ребенку, запертому в клетке. Этой ведьмой. Что дальше? Все ясно. Она хотела помочь. Трэвис. Убедила брата устроить пожар. Отвлечь Понятно. Внимание. Зажечь сено. Чтобы успеть освободить Сайлоса из его клетки. Но не вышло, да? Да. Пламя было слишком сильным. Все Подожди. Погибли. Столько сена поджечь, это ж пиздец. Вся труппа. Кейли смогла выпустить Сайлоса. Но он укусил Калиба. Потому что... поэтому вы его ищете. Можно убить Калиба. Задумайся, поэтому вы его ищете. И вы его ищете. Да. А на этом Сайлоса, ответе мы остановились. Да, да. Сайлоса Уже мы ищем. Уже 6 лет каждое полнолуние. Напомню, Широкий Сайлос... охотник. Сайлос это самый главный, с кого все началось. С цирка... А как его называют, я не помню. Там где-то объявление. Все, что осталось. На объявления Боже были на деревьях, которые эти названия. Скарум-харум, во, харум-скарум, во, вспомнил. Ну где он?
Не знаю. Вот, кстати, это цирк, который они сожгли. Черт, этого я не видела. Даже я об этом не знал. Не отходи, куда ты, блядь, пошел? Ну, это, блядь. Ну, куда ты пошел? Сейчас на тебя нападут. Ну, смотри, ну, дурак, нет. Райан? А, это призрак, это бабка, прочь. Черт. Ты нахера уходишь? Близко, уже близко. Вы оба... Это видели? К сожалению. Да. Вы это видели? Оба, к сожалению, да. Пиздатый разговор. Очень такой, как бы, со смыслом, блядь. Вот. Что это? Харум Стару. Сайлос, мальчик-пес. Да. Мы на месте. Тихо. Вопрос у меня один. Если вы это все знаете, нахера держать это в тайне? Собрали бы народу, с, блядь, не знаю, с вилами и с факелами, и пошли бы, нашли его, блядь, и убили бы. Все. На этом бы все закончилось. Просто больше народу, чтобы просто его зарешать. Вот он сидит. Нам остается только его прикончить. Вот он прям лежит там, смотри. Ах ты ж ебаный ты. Мы его сбили. Мы его реально сбили. Я буду стрелять, мне насрать. Вдруг мы спасем остальных, я стреляю. Что там? Ты не видишь? Ты чего? Стреляй, идиотка! Поднять оружие. Ачивочку, рефлекс, достижение рефлекса, рефлекс. Ты уверена? Ну? Что, ну-то, а что дальше-то? Все! Я даже не буду думать, нахер! А чё нет-то? Готов, красавчик! Все! Мы убили главного злодея, нахер! Все! Давайте мы уйдем, пока он еще не стал человеком. Слишком поздно. Он уже стал человеком? Ну-ка, подожди. Сайлос, да? Сайлос. А все, да, походу, нет, чё? Мы же убили главного, подожди. Луна, хорошо. И сейчас из светки навек кто-нибудь такой, прыг-прыг-прыг, да? Нет? Нет, все нормально. Так, и чё? Белый волк. Достижение работы. Так, вы убили Сайлоса. Да, я знаю, спасибо. Ты, значит, думаешь, что все понимаешь? Воображаешь, что ты долбанный гений. Да нет. Я пыталась помочь. Пыталась предупредить. Чем? Что? Даже полюбила тебя. Но теперь все кончено. Че? Я не забуду, что вы сделали с моим Сайлосом. А, это только как я продолжение. Я была с тобой всю ночь. И меня не остановит то, что эта ночь подошла к концу. Нет. Мы что, будем сейчас разбираться с ней еще, что ли? Любой шорох, что ты слышишь в темноте. Шепот из теней, ага. Дыхание на твоей шее. Это буду я рядом с тобой. А, спасибо, я не надо. Я останусь с тобой навсегда. Не надо мне такого, спасибо, нахер. Нахер. Я всегда рядом. Иди нахуй. Ничего ты не рядом, блядь, старая. Я надеюсь, она меня услышала, да? Я не слишком тихо это сказал. А походу, да. Смотри, утречко. Солнышко. Так, и чё? Вот, слушай, это же это, подожди. А, ну это башка чья-то, это грибочки такие, ну это башка чья-то лежит. О, Макс, Макс Брин жив. Макс наконец исцелился от проклятия, когда Райан застрелил Криса Хакетом патроном с серебром. Теперь он сидит так. Эмми не удалось спастись от оборотня Макса в домике на дереве. Он убил ее и тащил ее тело в кусты. Извини, пожалуйста, я не хотел. Это по моей глупости. Это самая тупая была моя ошибка, короче.
Так, что, все, что ли, про других, что? А, Бобби. Бобби был ранен Райаном, ему не удалось защититься от Криса. Он был убит своим братом-оборотнем. Охереть. А, Крис погиб, когда его любимый вожатый Райан застрелил его серебряной пулей. Понятно. А, Констанс. Констанс попытался захватить у Лоры, выхватить у Лоры пистолет, и в темноте во время потасовки Лора выстрелила конца в лицо. Понятно. А, Джей Ди Даю задушила мстительная Лора. Понятно. Попав в заточение Хэкетом, Джейкоб умолял Райана помочь ему сбежать. Райан отказался и бросил своего друга. Когда отключился электричество, оборотень Ник, понятно, убил его. Дочь Криса Хакета, Кейли, обращенная в оборотня во время пожара, врача Чирки 6 лет назад, короче, тоже мертва. А, это что? Ник пережил ночь в форме оборотня, поскольку Райан не позволил Лоре застрелить его в подвале. Когда Лора... Я про него забыл! А, нет, он уже и в подвале был, все верно. Так, Эбигейл застрелила зараженного Ника до того, как он превратился в оборотень, затем добрался до убежища, поднялся в тайную что-то там. Убежище зараженного, избежавшее заражения Дилан спрятался на кухне, когда Кэтлин решил достать патрон с серебром. Кэтлин не была заражена на свалке, а потому оборотень Калиб счел ее желанной добычей. Ей удалось застрелить его, избавив, короче, от этого. Попав в коттедж через убежище, Эбигейл сумела передать Кэтлин, понятно, короче, она передала патрон ей, все ясно. А, поняв о том, что Лара проявила к нему милосердие, в камере Трэвис не стал убивать ее в доме Хэкета, вместо этого понятно. Я нихуя не успеваю. Райан позволил Лоре укусить себя, благодаря чему залечил свою рану. Понятно. Ну и они все живы. Лора решила не стрелять в Трэвиса, который привел ее к источнику проклятия Сауса. Она заставила высвечиваться. Короче, она его убила. И все зараженные, ты сам. Сайлос, благодаря Лоре и Сайлос, мальчик-пес, теперь мертв, с проклятием Хэкета в коре покончено. Мы молодцы. Вот едет машина. Еще одну. А это полиция, смотри, нифига себе. А что, они поздно как-то приехали, вам не кажется? И что это такое? А, нет, все, я думал, сейчас что будет. Нихера. Так, друзья, вот и прошли мы игру The Quarry. А что могу сказать об игре? Игра неплохая, сюжет интересный. А есть большие косяки, как по мне, ну не косяки, как бы, ну какие-то вот эти вот, знаете, тупые вот эти вот шуточки америкосовские, вот это поведение вот это вот ихнее, вот это вот, это настолько тупо смотрелось, да, я понимаю, что это действительно вот у них вот так вот, блин, но это пипец, понимаю, что как бы игра не наша, это ясно, но тем не менее я на это плевался, было не очень прикольно. Есть моменты немножко глупые, немножко непонятные, как они там что-то разделяются, что-то говорят какую-то ерунду одну, потом другую, делают какие-то вещи какие-то непонятные тоже, бредово. Но в принципе, на самом деле, игра достаточно очень крутая, действительно. Вот, мы потеряли немного людей, мы потеряли девчонку, пацана там одного, убили всю семью. Вот, девчонку потеряли мы самую первую вообще случайно, я уже об этом говорил, я отложил джойстик, сидел, смотрел, что будет происходить, потом что-то туда-сюда, пока она там крутила. А, ну, так получилось, в общем, я не успел выбрать решение, потеряли мы девчонку. Пацана мы потеряли, просто я решил его не выпускать там и так далее, короче, в общем, потеряли мы его. В принципе, я считаю, игру закончил хорошо. Мы практически спасли всех ребят, мы спасли одного даже из семьи. Насколько я знаю, семью можно было спасти, ну, как бы, семью можно было спасти, вообще можно было спасти всех, насколько я знаю. Но мы вроде сыграли неплохо. Я так думаю, я так считаю. Пишите комментарии, если вы сыграли лучше, что неправильно сделал, что правильно сделал, туда-сюда. Потому что переигрывать, конечно же, я уже ее сначала не буду и не буду принимать там другие решения. Это все там, их там, наверное, тысячи, сотни, я не знаю, и это все очень долго будет. Вот, поэтому пишите комментарии, что да как, что вам понравилось, что не понравилось, как вы поступили, как вы сделали. Вот, в общем, удалось, например, кому-нибудь с первого раза пройти так, чтобы выжили все, например, вот скажите мне. Или вы реально всех просто убили нахрен. Пишите вот такие вот комментарии, поржем посидим. Вот, если у вас будет минутка, заходите в контакт, группа Борода Плей, там я также выкидываю новые видео с прохождениями, ссылочка будет в описании под видео. А теперь можно смотреть видео и ВКонтакте. Подписывайтесь обязательно, это будет очень приятно, если вы будете подписываться и на контакт тоже. И также у меня есть страничка в сервисе Boosty. А, но, в отличие от других стримеров, у меня там совершенно все бесплатно, никаких подписок нету, можете также зайти и спокойно все бесплатно смотреть, также видео с прохождением всяческих
игр. Ссылочка также будет в описании под видео. На этом, друзья, наверное, все. Я прощаюсь с вами. Игра была классная, мне реально понравилась. Я советую, возможно же советую, кому хватит терпения, переиграть ее несколько раз. Посмотреть разные концовки и так далее. Я думаю, это будет забавно. На этом все. Удачи, счастливо, спасибо, что смотрели. И будем искать, что нам играть теперь. Счастливо, пока.